Сегодня в России отмечается День журналиста. Без людей этой профессии мы бы не знали, какие события происходят в стране и мире, как живут в других странах и многое-многое другое. Газеты, журналы, телевизионные программы и вот плоды их творчества. День российской печати отмечается ежегодно 13 января. В 1703 году по указу великого царя Петра I в свет вышла российская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Впоследствии газета издавалась то в Москве, то в Санкт-Петербурге и постоянного названия не имела. Называлась то «Ведомости», то «Российские ведомости», то «Московские ведомости». В Советском Союзе от царского наследия решили отступить и объявили днем советской печати 5 мая. Однако в 1991 году празднику была возвращена историческая дата – 13 января. Кстати, несмотря на то, что у радио и телевидения есть свои профессиональные праздники, именно в дни печати мы все солидаризируемся и чувствуем, что делаем общее дело. Мы поздравляем коллег, читателей, слушателей и зрителей и желаем им свежих новостей и актуальной достоверной информации.